Итак, друзья, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня съемка и работа будет зависеть от погоды. В зависимости от того, будет дождь, не будет, будет выполняться та или иная работа. Поэтому поехали! Пришло время собирать яблоки, создавать стратегический запас на зиму для коз. Яблоки мы храним в ящиках. Ящики немножко поизносились, поэтому для разминки небольшой ремонт ящиков. В гараже опять выросло чудо чудное. Жена говорит, что это шампиньон прямо под мотоблоком. Правда, Гром? Гром! Гром на месте. Закончил ремонт ящиков. Полдня провозился, короче. Все, сейчас едем за яблоками. Да, Гром, поедем? Гром, да пошел. Жена насобирала уже мешков, а яблок, конечно, от этого не убавилось. Это дичь. Дичка, да. Это для диких коз, если дичка.
рубин, по-моему. Сгнил. Ну, это единственное, под которым они гниют пока. Угу. Может, постоят. У нас сегодня опять покатушки в поисках лозы для коз. Такое поле приехали, поросшее все желтыми цветочками. А как они называются, не знаешь? Нет. Что там делаешь, Гром? Что ты там делаешь? Нашел кость, закапываешь, а? Еще не закапывает.
Ты такой голодный будешь кость эту есть, да? Громодобыча нашел в лесу какого-то зверя кость большую. Оставляй ее. Что нашла? Да, нынче чудо опята. Вот немножко бы влаги бы было бы. Сегодня ночью может пойдет. Было бы на каждом кусте. Например. Такие у нас джунгли. Там вдалеке, если будет видно, лежит гром, который никак не может со своей костью расстаться, что нашел. Ну что, добытчик, а, устал? Дождь так днем не собрался. Прогноз на ночь сейчас показывает, что должен быть. Дал кое-что поделать. Друзья, с вами был канал «Хуторянин выходного дня». Всем пока. До новых встреч. Всем мира добра. Будьте здоровы.